Да. Так, я вот только подъехала на Киевский, нас уже ждут. Здрасте, да. Спасибо огромное. А, я поняла, хорошо. Ну, правильно, да. Да, хватит. Спасибо большое. Наши постоянные помощники, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, спасибо огромное. Да ладно. Спасибо. Здравствуйте. Вот машину закидывайте. Ага. Стелки, коврик тоже чистят, да? Ага. Вот здесь ланчбоксы. А, я поняла. Да, 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 да. Ага. Спасибо большое. Сегодня платно. Нисколько. Так что давайте быстрее. Сегодня все платно. Давайте. Еще люди подъехали. О. Здравствуй, Маша. Здравствуйте, Вика. Приехали наши помощники. Что привезли, показывайте. Или можно будет сразу уезжать? Ну хорошо, чего я не против. Уехать. Ого, охренеть, куда я это дену? Не знаю, сейчас будем выгружать, тут вниз надо все положить. Ее как старенький. Нет, нет, мы сегодня вот так вот. Да. Да, вы первый раз, что ли, у нас? Ой, отлично. Спасибо большое. Вот женщина нам привезла, да, чемоданчик. Ой, а тележку-то я заберу. Конечно, да, конечно. Аня приехала. Тоже наша постоянная помощница. С вертятками, пеленками. Перед отпуском решила нас посетить. Складывает. Получилось. Да. Складывает, спасибо. Я Китай потом переложу, если что. Понял, что это за паркинг московский. Убирает машину, купаться. Не за мной? Не за мной приехали? Нет, у нас все оплачено. Сниму нашу красавицу Лилю. Она, как всегда, на главном посту на Киевском вокзале. Лиля? Да, да, да. Сегодня у нас прям почти полная машина, ну не до конца, но тем не менее. Так как парковка платная у нас сейчас, вот за 3 часа 1130 рублей я заплатила. Мне осталось еще где-то минут 20 постоять. Так, все очень хорошо. Друзья, в карнавале в городе Чехов происходит благотворительная акция для приюта «Лохматая душа». Видите, девочки работают, сейчас я покажу. Мужчина считает что-то. Девчонки раздают флаеры. Вот это вот собирают корм. Небогатый урожай, но люди вот потихоньку уходят, что-то дают. Лекарства даже дают. Вот такие вот визиточки раздают. Покажите, девчонки. Присоединяйтесь к спасению животных. В магазин. Присоединяйтесь, друзья, город Чехов, срочно сюда, помогать приюту Матери Души. Вот наши девочки стоят. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Что-то вы так это скромно. Да вот мы собираемся. Глистогонка для котят. Ну вот, только что принесли для малышни 19 штук глистогонка для котят. А вот чек.
Ну, вот что у меня есть. Пошла, забрала еще там последние 4. 14 штук этого левомиколя. И тирамицин еще прикупила. Ну вот, уже скупила весь левомиколь. Еще 30 штук. Вот чек. Оридермил. 10 штук. Вот он. От ушных клещей для котят. Ну, чек. Ну, а я вот вакцины купила. Мультикан 8. 50 вакцин. Ой, они тут в 3 ряда уложены. Мультикан 4. 50 вакцин. Сейчас буду в холодильник перекладывать. А вот чеки.